Так, что дальше делаем? У меня, по-моему, монет какие-то классные попадали, не? Почему Кинг Краш чё-то качается? 4 здоровья, 4 к атаке. Может, 6 к атаке бахнуть? Вот зачем качать эту штуку, чтобы получать дополнительную атаку за каждого зверя, если можно просто качать вот эту и запугивание дает еще один к атаке? Ну, это сложно. Это хорошая вещь, но сложная. Лучше просто пассивно качнуть. Здоровье дивозавра как-то... Сверххищника тоже. Короче, еще одни когти просто качаем ему. Плюс пассивный урон. И вроде неплохо. Что-то у Самура не качано. У Самура там все не качано. Угу. Плюс 3 к атаке атакует еще раз, да? А это за пятеру становится зеркальная копия. Нифига себе. Ну, пускай как медленная билка пока останется. Так, то есть тех, кого я юзаю, Брукан. Привет. А, я его специально вроде не качал, потому что жду на разрядник. Волджину сегодня дельки, кстати, поделал. Зирелла. Деяние чистоты говно. Где эта девочка, Натали Селин? Вот, это луч, мы, луч тьмы, анафема. Луч света, анафема. Заряжается на второй ход. Наносит противникам 4 урона. Превращается в благодарение. Восстанавливает здоровье. Если есть благодарение, вместо этого восстанавливает 10 здоровья. Она, видимо, какая-то сильная, но, наверное, если знать, как она играется, легко предсказать ее обилочки, да, скорее всего. Пойдем за ПВПшим разок. Ой, кстати, возможно, еще у трельки что-то есть. Нет, нету. Ладно. Пойдем за ПВПшем. А то у меня сегодня 0 побед на ПВПшке. В телеге есть. У меня? Ха! Нет. У меня есть Рагнарос. И у меня есть Артас. 2 по предзаказу. И скинчики на них. 2 классических скинчика. Такая вот фигня. А, ну еще Трал есть. Но я его пока особо не качал. Но я его пока не качал. Ой, Рагнарос, это Диабло, простите, путаю. Диабло, Рагнароса нету. Я их путаю, простите. Ну, типа, Диабло не должно быть в Варкрафтовой вселенной. Какого хера он тут оказался? Вот я их и путаю, потому что один, что второй такие огненные, большие, красные. 222M23. Так что же тогда не 1-2-3. Так, ну, наша классическая пачка — это трелька. Почему я тарель называю? Грель, Брукан и Анакондра. Самый сильный старт. Не знаю, что случайно баф плюс корона природы, магии и так далее работают на тиму или на персонажа. Они работают на всю команду. У него похоже нечто, только Самура, да? Окей, вот только Самура не пробьется через нее, так что мой старт немного сильнее, по факту. Единственное, можно вместо змеиного укуса похилить, наверное. Он, может быть, сюда вообще будет бить. Я не буду рисковать и просто пробью по этим... То есть он мог кастануть сюда? Не, логично. И сам убьет сюда же два раза. Ёпта, здесь еще урона нету. Блин, ну вообще-то у нее довольно жесткий старт. Зря я сказал, что у нее он слабый. Я очень надеюсь, что она не сдохнет раньше. А, она сдохнет раньше времени. Там сколько слепящее сияние урон нанесло, я понятия не имею. И он сейчас ее убьет. Я попробую все равно таунт тогда, чтобы прохилиться. Поехали просто цепнуху. Блин, не, урон от природы. А цепнуха пока не нужна. Такой старт у 90% ппшеров, но он довольно простенький, будем честны.
хил на Самура. Да, здесь минус девочка. Самура дальше, скорее всего, будет ауешку делать, а значит, таунт бахать пока что бесполезно. Что же он, Брукану лицо... Нет, подождите, если он будет делать ауешку... Сколько наносит моя 11 лепящее сияние? 22? Я ваншот, но ауешка сейчас. Краш. Стоп! Надо Зирелу добить Зирелу. Угу. Попытка, по крайней мере. 15. Это добивает здесь. А... Блин, а здесь даже не знаю, что делать, кстати. Может, змею призвать? Не, 11 урона в него вот сюда вот. Ну, надеюсь, я выиграю этот... А должен, по идее. Хорошо. Пошла отсюда. Ага. Здесь кусь. Ну хорошо, двоих выбили. Ну вот Самура, конечно, жесткий. Что с ним сейчас делать, я понятия не имею. Может переставиться. Ну сейчас, он сейчас еще ешку сделает. О, кстати, доктрекер-то работает. Это если у него максимального уровня обилки. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что у меня получится юзнуть сейчас цепную молнию. Давайте попробуем его выбить вообще. Ослабить. 11 плюс 15... Сюда все-таки вот так вот. Выжил. Найс. Жаль, что не молния, ну, типа... А этот сразу чародейские суперстрелы. У него они, кстати, не бафнутые. Могли там в один таргет писать. О, ну серьезно, что это было? А, двойные, естественно. Могли бы в самый слабый таргет. Жестко сразу для начала так-то. Так, ну нам что осталось? Быстро выбить Самура, это сделает Зирелла. Потом попробовать разобраться с Милхаусом при помощи Анакондры плюс Кингкраш, наверное. Да, давайте Краш ставить. Потом Лич против его подерется. Мне кажется, мы выиграли, наверное, не знаю. Звучит, по крайней мере, как победная. Может быть, даже Кузьми можно было заменить на хил какой-нибудь, кого-нибудь. Не, надо Милхаус как можно быстрее выбить, чтобы это было слабой. Самур мертв, хорошо. За чародейское, естественно. Можно было попробовать его пробить как можно быстрее, но боялся, что не успею. Так, у нее скорости какие? 7 вроде бы, да, и 5. Окей. О, у него тоже лич. Ха. Возможно, он будет делать таунт. Тогда я лучше бахну Дивозавра. У него нет быстрых обилок, поэтому можно успеть исцелить. Хотя, может быть, он попробует ее добить. Или в него впишет урон. Не знаю, кстати. Давайте попробуем похиляться. Мне кажется, как вариант. Конечно, он может таунт бахнуть. Ой, какой удачный. Но все-таки добивочная, зря я ее хилял. А, нет, 20. Жива, найс. Так, Mortal Coil больше нету, но... Окей, GG. Но все еще могла быть этот... Все еще мог быть таунт. Не помню, что нужно пройти, чтобы поучаствовать в ивенте Казухи. Понятия не имею. Привет, Марквец. Я даже не читал, он просто появился и все. Ну, скорее всего... Нет, вообще, наверное, сюжетку полностью... Потому что он, типа, вернулся из Инадзумы в Лиюэ.
Ну, весь сюжет Баал, ну, с Баал сразится там, вот это все. Кингкраш, Кингкраш, Брукан, Зеро. Блин, хорошие дропы, 40 монет на Кингкраша за одну битву ПВПшку. Офигенно. Го, еще одну карточку. Все-таки сильно у меня пачка собралась. Хоть там и половина стартовых персонажей, типа... Я ее откладывал, придется раньше отпуска проходить, спасибо. Да, 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 звучит как все-таки непройденная сюжетка. Стартовый имба получается. Ну так, да. Так, здесь два красных. О, два красных, да. Может быть, мне тогда в два синих выйти? Не, все равно Брукан плюс Анакондра самый лучший, потому что он стакает ей... Он стакает ей элементальный урон, и его всегда фокусят, поэтому... раз синий, два зеленый и красный. Ага, довольно такой типичный старт. Получается, что... Думаю, что надо Милхауса, кстати, бить, а не Тиранду. Если вообще есть смысл кого-то бить, да, бить Милхауса. Понимаю. А у нее, кстати, нету дополнительного урона с этого. Неправильный ход, по-моему, за нее, не? Стоп, а я-то почему бью сюда, а не в Милхауса? Для меня тоже довольно важный момент, не? Цепнуха. Не, рановато. Так, 11 урона плюс еще 16. 22 плюс 16, он умирает. А, не умирает. Окей. А, нет, подождите. Скорее всего, умрет, но от второго выстрела, нет? Ага, не получилось. У него есть какие-то быстрые обилки? У него есть Arcane Explosion, то есть перед тем, как он умрет, он может себя попробовать подхилить таким образом. У нее быстрых особо нет здесь тоже. Насчет Deck-Tracker типа помогает, но я хочу без него играть. Я хочу запоминать самостоятельно. Мне не очень нравится идея с Deck-Tracker'ом. Блин, все на четверках. Может, все-таки таунт вместо дополнительной атаки. Давайте таунт лучше. На всякий случай. Ну тут на самом деле все будет зависеть от того, кто выиграет четверку. Фак, он выиграл этот четвертый ход. Говно, он еще и дважды его юзнул. Нихера себе. Че так жестко? Жесть. Зерава плюс Брукан могут вынести Кариэльку. Но, наверное, нам нужен таунт сейчас. У него там еще и красные плюс могут быть. Так что... Не, ну, своего последнего синего дает. Ага, понимаю, понимаю. Но это... Но это смерть. Он добивочную бахает. 15... Значит, здесь 20 будет. Здесь какая-никакая, но... Ну, он так. Что-нибудь типа... Вот так вот. Да, да, естественно, всегда добивает. Ну что, свою Зирелу или Кингкраша? Наверное, лучше Кингкраша, потому что ему сейчас придется красных выводить. А я потом против красных еще Зирелу поставлю. Расстановка важна, да вроде бы не особо. Угу. Здесь ваншот. Здесь... После убийства запугивание... Здесь под самый конец удар сюда. Угу.
Ну что, не стоит так быстро жрать. Что ему подумать? Ну, она попробует прохиляться, но по идее не должна, да? А, ну, урон тоже такой себе, конечно, будет. Запугивание... О, запугивание очень удачное ударило, конечно. Если у нее сейчас какие-нибудь воины, которые чисто милишкой бьют, то это за Лич Кинга бахаем. Как же Брукан херачит просто. И это я еще довольно мало лемурона накачал себе. Всего лишь два раза. А вот его обилки я не помню. Наносит 12, восстанавливает столько же мерку, атакует рандомный таргет. If it's the most left, то ему атакует врага. Но скорее всего будет просто урон наносить, хотя ему восстанавливать здоровье пока не очень нужно. Думаю, если не сейчас ледяной щит, то никогда. 32 урона здесь бесполезно пока что, хотя можно попробовать выбить. Так, рандом, атака ненами. It's a demon. Похиль себя, короче, и бей самого слабого. Попробуем так. Надеюсь, не сдохнет. Ну, естественно, на кинг-краш логично. О, успел 40-20 кастануть. Ну, здесь урона, конечно, вообще нет. Уязвимость. 15 дамага. Надеюсь, я смогу сходить первый. Какой он только что билку юзал? Иммунитет на рандомного врага. Сейчас шестерку, может быть, будет бахать. Мне просто надо выиграть 50 на 50 сейчас, чтобы этого ваншотнуть бруканчиком. Куканчиком. Да и просто так делаем. И диазавр неплохо сейчас выглядит. Ага, есть. Она даже не пыталась хилять, она просто пытается дамажить. Ой, убили сразу дивозавра, но это уже не страшно. Ой, какая, какое убийство-то интересное. Ладно. Мне кажется, ли она кастовала под чародейский зал под яростью Луна? А как это делала? Еще возможно? Ага. У него что есть? Четверка. У нее есть... Хиляем здесь, и это вин, по идее. Ну, тут и так же выглядит, как вин, потому что сам по себе громаш не очень сильный. Ну, вот сюда добивает, ясно. И цепнуха. 40 урона! Диди. Я выиграл с тремя существами на столе. Найс. Что такое прикольный шоу-матч на International показали. Это что-то связанное с Дотой, я так понимаю, да? Нормально там гром за 4 действия, 20 урона, да? Не знаю, мне что-то не очень понравилось, я когда за него немножко играл. Ля, как рейтинг медленно, кстати, стал подниматься по 80. Да, на 5к уже выйти не так просто. Что Дота? Кажется, Дота смотрит просто потому, что у нее... Типа вот ее, наверное, смотреть весело. Мне когда-то тоже было весело Лигу смотреть. Кстати, Доту чуть 490 тысяч, а Лигу миллион смотрит. Там тоже какие-то... мировые турики, что ли? Шоу-матч. А, так это только русский. Почему в России так много Доту смотрит?
Почему английский Dota 2 Ti смотрит 190 тысяч, а в России 258? Жуть какая. 2-2-2. Ну, наш старт всегда один. В теории можно стартить Зирелла, надеяться, что выбивают ее, потом ставить уже на раскачанную на раскачанный природный урон. Ой, орки пошли. Орки. Орки! Я, скорее всего, проиграю что-то из этого урона. Блин, не знаю даже. Давай самуру что ли бить. Он самый страшный, хотя она тоже жесткая. Фу, орка пачка. Даже интересно, что там будет. Угу. Ну, мы самуру нормально сейчас так укусим. Походу. Так, на свои быстрые обилки они потратили. 12 плюс. Ну, у него еще тройка может быть. Короче, я хочу пробовать. А, у нее она еще и замедлена до 8. Дабл хил, попытка в дабл хил и килл через молнию. Две копии? Чего? Ну, конечно, она не успеет ничего сделать, а здесь урон от орков. Охренеть. Что у него еще красный этот есть? Это же третий ход. Там еще обычные милишки, наверное, остались. Давайте лича попробуем. Артефакт на две копии? Да я понял, но, блин, это жесть. Так, у него нету... Ну, хер его знает, что там еще может быть, да? Попробуем так. Угу. Могущественным Мильхаусом Моноштормом. О, да-да, заморозочки. Вот она победная пошла. Если только случайно стрелы Мильхауса все не попадут в... Нее. Нет, не попадут. Окей. Окей. Вопрос в том, как это разыграть так, чтобы все сдохло. А я знаю. Укус Милхауса. Это сюда. И это сюда. А он нам ничего не сделает. 16 урона, окей. Жестко. Чел аж вышел. Ударил в заморозочку. Называть. Ну, типа, если, блин, два милишника бьются об Артаса, это все, это смерть для противника. Анакондру дали, Самуру Милхаус, класс. Слушай, ну нормально моя ПВП-пачка работает, мне нравится. Так, хорошо, давайте отвлечемся от ПВП-шки. Давайте крутанем еще 5 паков. И потом еще Molten Core пройдем одну миссию. Traumo Furion. Редкая карта. Оп. Эпик. Мутанус! У меня теперь мурлоки, получается, собраны, да? О, это прикольно. Вопрос в том, когда все это качать. Надо реально каждый день, блин, в ХС заходить и как минимум дейлики делать, но это... Слушайте, я прям, скорее всего, все эпики уже собрал. Так. Может быть, я чего-то не знаю? Портрет на Натали. Окей. Хорошо, ПВП, по ПВП шелись нормально так.